Всем привет, с вами видео Хайп. Сегодня мы играем в Bimonji Drive. И сегодня я скачал мод на BMW M1. Это легендарный суперкар. И вообще, по-моему, это единственный суперкар от BMW, который можно назвать суперкаром. И их выпустили, ну я не знаю, 100 или 400, но в очень ограниченном. В очень ограниченных экземплярах, вот. И сегодня мы протестируем ее. Вот у нее, кстати, прикольно, когда вот фары включаешь, у нее выдвигаются. Ну, аварийка, все работает. Ну, это легендарная машина, их выпустили очень мало. Потом они стали непопулярными, и сейчас их пару штук там на весь мир осталось у коллекционеров, или одна даже. Тут салон слегка не проработан. Тоже хорошо. Жалко, что тут редкий суперкар. Не могу купить сейчас. Вообще почти не осталось. Ну, эта машина очень большая, стоит купить. Вот реально самое настоящее. Очень мало покупали, и поэтому решили закупить. Заносит. Сейчас такая даже будет не слышно. Чего ты вообще с таких машин выпускаешь? Очень крутая машина. Все то же самое, что Феррари Энзо, которая вообще названа в честь Энзо Феррари, создателя марки Феррари.
Ладно, ребят, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока.